Опасные мясо, фрукты и орехи пытались ввести в Алтайский край. Одну из партий контрабандного товара задержали на таможенном пункте в Рубцовском районе. Нарушители пытались провести на территорию страны сразу 20 тонн мяса говядины. Замороженный товар везли в грузовике из Актюбинской области в Бийск. Подозрение у специалистов вызвало ветеринарное клеймо. В ходе контроля установлено нарушение в оформлении документов и на ряде четвертин продукции нечеткий оттиск клейма. На основании вышеперечисленных нарушений принято решение о возврате груза на территорию Республики Казахстан. Правда, это же самое мясо позже пытались доставить в Алтайский край уже через Кулундинский район. Но пограничное управление ФСБ совместно с сотрудниками алтайской таможни ввоз партии вновь пресекли. В управлении Россельхознадзора по краю и Республике Алтай подчеркивают, что подобный товар может привести к распространению в крае заболеваний, опасных для человека и животных. Всего за последнюю неделю таможенники столкнулись с 11 попытками ввоза незаконной продукции в наш регион. Среди них партии риса, винограда и грецкого ореха.